ДТП с автобусом в Индии. 3 жертвы, 37 пострадавших. Автобус, перевозивший около 40 человек, съехал с дороги и перевернулся вверх дном после того, как водитель не справился с управлением. По меньшей мере 3 человека погибли, и более 37 получили ранения, когда частный пассажирский автобус перевернулся в районе Восточной Сингхбхум в штате Джаркханд на востоке Индии. Об этом сообщили в местной полиции, передает Синьхуа в четверг, 23 августа. По информации правоохранительных органов, автобус, перевозивший около 40 человек, съехал с дороги и перевернулся вверх дном после того, как водитель на большой скорости не справился с управлением. Один человек погиб на месте, еще 2 скончались от травм по пути в больницу. Все пострадавшие были доставлены в госпиталь. Автобус ехал в город Раксаул в соседнем штате Бихар. По словам стражей порядка, сейчас идет расследование инцидента, водителю предъявляются обвинения в опасном и безответственном управлении транспортным средством. Его допросят, как только он выйдет из больницы, сообщил полицейский чиновник. Ранее в Индии при падении школьного автобуса в ущелье в штате Уттар-Прадеш, по меньшей мере, 5 учеников пострадали. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/Correspondent.net. По материалам сайта newsgra.com.